Могла бы пойти в новый поход. Да. Это поход будет на Олимпиаду? Ну, конечно. Что у нас там после Парижа? Нет, я вообще-то до Парижа. До Парижа? Ну, вообще-то я вернулась после Токио. Ну, вообще вернулась в спорт до Парижа. У тебя какое было самочувствие после Токио? Ужасное. И в прямом, и в переносном смысле, вообще во всех смыслах. Ну, хотелось выброситься. Я так думала, что она сейчас выбросится. В этом 17-го этажа. В олимпийской деревне. Да. Она потом быстро прибежала, но она оставила меня на какое-то время. Буквально 5 минут прошло, и она просто бегает так в комнату. Ты еще жива. Да. Слава богу. Нет, попытки суицида не было, конечно. Ну, просто было плохо. Ты винила кого? Себя. Только а кого себя? Еще? Конечно. Как ты поддержала ее? Я с ней не разговаривала. Ну, это самая лучшая поддержка. Это самая лучшая. Я и с родителями не разговаривала. Я от Иринца на телефон сбрасывала. Ну, я не могла с ней поговорить. Ну, потом я, естественно, перезвонила, когда 6 пропущенных у меня было. Ты сейчас отошла от этого? Начала отходить. Почему 4-е место? Ну, реально. Почему оно? Ты плохо выступила или нет, засудили? Засудили. Скажу ну, я. Ну, ладно, судейство... судейство не будем так обсуждать. Нет, так ну, сильно. Ну, нет, Ариша сделала 3 вида чистых. Идеально. Из них мяч и булавы просто идеально. Идеально. Она только завязала узел, поменяла ленту. Да. То есть была ошибка в одном предмете. И вас засудили. Ну, после квалификации были первые. Почему ее засудили на 2-е место, а тебя на 4-е? Мне кажется, они мне кажется хотели просто хотели убрать с пьедестала России. Ну, это как с Камилой случилось, Валерий. Да, то же самое. А вот сейчас вы чем зарабатываете? Мастер-классами. Мастер-классы. Они много приносят? Ну, достаточно. Достаточно. Ну, на ремонт типа дома хватит. Да. А дальше что будет? Тоже мастер-классы? Нет, не мастер-классы. Мне нравится с детьми работать. Но тренером я не буду. А как тогда эти дети нравятся? Надо идти тренировать, ты талант. Ну, я же им даю просто какие-то советы, мы что-то там показываем, учим их. Тренеры сидят также сутки в зале, с утра до вечера. С утра до ночи они сидят в зале. Так же, как мы сидели, когда в гимнастке мы. То есть это надо соскучиться, а хочется пожить там, вечер, чтобы был свободный, погулять, сходить куда-нибудь. Куда? В ресторан. Хотя в бы, да, в ресторан. В потому ресторан? Что с кем вы ходите в ресторан? Мы заказываем. Я аккуратно эту тему все-таки завожу. Ну, в последнее время точно я хожу не с Аришей в ресторан. Не с Аришей. Кто счастливчик? Я не буду говорить. Не будешь? Нет. Но ты счастлива. Я не буду говорить, потому что я всегда придерживаюсь того, что счастье любит тишину. Я боюсь, что сглазят. Да, я счастлива. Ну, дай какую-нибудь подсказку. Из какой-то сферы человек. Вот сейчас нет. Ты мне напоминаешь, как тренера, когда узнали. Тренер. Ирина Александровна, кстати, не знает. Да. Это чисто случайно. Было на тренировке. Я говорю, я сегодня не выспалась. И как бы мне тяжело работать. Но, тем не менее, я нормально потренировалась, и было хорошо. Аньки, а что это так случилось? И что-то они затронули тему, идите там погуляйте с кем-нибудь, или у вас никого нет? И тут я такая, ну почему нет? И все. И замолчала. Ничего не говорят. И они вот так, как хвостик за мной ходили. Ну кто? А как зовут? А как выглядит? А есть фото? Ну покажи, ну пожалуйста.